Да, я рад, что мы отмечаем сегодня открыто первого памятника моего предка. И надеюсь, что это не будет последнее, что другие, что через 10 лет буквально будем отмечать 200-летие рождения фельдмаршала и 150 лет освобождения Болгарии. Вот, надеюсь, что будет еще памятники. Скажите, вы где сейчас живете? Я в Париже. Родился в Париже и живу в Париже. Ну вы полная тезка, получается, вашего прадеда. Сколько для вас да, это много значит для меня. Это... Меня зовут Иосиф Владимир Жгурко в семье. Вот, мой отец Владимир, дедушка Иосиф и так далее. До на несколько поколений. Вот. Спасибо вам, что вы отмечаете. Спасибо большое.